убирать, садить под собаку, чтобы они ее обогрели. Я сейчас шапку на голову одену и буду там показывать и говорить тому подобное. Короче, о навозе. Вы скажете, фу-фу, какая гадость и тому подобное. Да нет, я скажу, это не гадость. Это золото. Вы, ой, тут какое это может быть золото? Золото самое настоящее, натуральное золото, которое вырабатывает коровы. Вы мне не поверите, а вы спросите... Пеленок тут бегает. А вы спросите у дачников и огородников, нужно ли им это золото или нет. Те обеими руками заберут его, только вези. Но у меня этого золота много, и у меня есть другой способ зарабатывания средств на жизнь. Поэтому я на него сильно не обращаю внимания. Но вообще, довольно-таки это дело несложное. Жидкий навоз, сделать форму, его формовать, давать ему замерзнуть, а потом также грузить, хоть даже хоть на газели, хоть о чем отвозить. Я знаю, что люди этим занимаются. Ух, что-то тяжелое. Сейчас на улице тепло, завел трактор, немножко убрал на улице то, что они тут нагадили, чтобы можно было вывезти. Когда холодно, конечно, не завожу часто. Тут они у меня подходят пить. Пойду дальше убирать. Тут у меня во всех углах. Кто побольше, кто поменьше. Ну а здесь сухостойная. Ослабленное животное. Ну, в общем, гоняют ее, долбят. Держим отдельно. Пусть стоит. Тоже должна скоро отелиться. Они, животные, знают, кто из них слабый. Тех мучают, долбят. Так, где у нас моська? Моська где? Моська, ты там теленка напугаешь. Не ходи к теленка, не пугай. Пошли. Что такое? Что такое? Ладно, будем дальше заниматься. Ну-ка, посмотрим у тебя тити. Давай тити посмотрим твои. Когда ты... Ну-ка, ложись, ложись. Ложись, посмотрим, что у тебя с титями. Ну, тити есть. Тити-то вот они. Когда ты у нас обрадуешь? Ну, нет, еще молоко. Это маленькое вымя. Задние-то есть, а впереди-то еще нету. Будем ждать. Ну, у задних-то есть молоко, вон уже опухли как. Ну-ка, и прихвостка тоже появилась. Походишь еще, потерпишь, да? Потерпи.